поздравляю вас с победой во втором матче. Спасибо. Хотелось бы узнать ваше мнение, чем принципиально отличались игры вот этой серии, ту, которую ваша команда проиграла, и сегодняшний матч? Ну, я думаю, все-таки перелет сказывается, все-таки разница во времени. Потом мы очень много допустили ошибок, я имею в виду в браке технического. Какой-то общей мысли не было в первой игре. Но сегодня то, что мне понравилось, все двигались, все открывались, играли хорошо в пас, на контрах, в принципе. То, что мы выбрали тактику больше от обороны играть на контратаке. В принципе, у нас сегодня получилось как бы все. Скажите, отсутствие Чупина сильно сказалось на действиях команды? Ну, я считаю, да, потому что все-таки лидер, он один из лидеров у нас. Он, в принципе, ведет игру, и все. Я думаю, что, может, по первой игре действительно сказалось. Ваша команда уже давно решила задачу по выходу в финальный турнир молодежных команд. Какова сейчас в настоящий момент главная основная мотивация для ваших подопечных? Я думаю, все-таки вот поймать, наверное, ту игру, чтобы ребята не боялись, не были уверены в себе на каждом своем месте, да, чтобы не было таких глупейших ошибок в техническом моменте, в передачах, как раз уверенно. Сегодня вот я видел, что действительно спокойно где-то выезжали, свободно играли, хорошо в пас. Вот это закрепить у них, в принципе, может, и игра будет совсем другая, ребят. У молодых все-таки вот сейчас новое как бы поколение пришло со школы в 2000 год. Конечно, еще много браков в техническом, много браков в катании, много в мышлении. Вот надо вот это как раз поймать вот эту игру, которая бы чтобы не мешала вот этому. Спасибо большое. Удачи. Михаил Викторович, два матча с Енисеем. Победа, поражение. Что да, получилось и что не получилось? Да, абсолютно два матча противоположных. Если вчера было все и движение у нас, была и реализация момента, то сегодня просто. Плюс чуть-чуть с вратарем не угадали, дали Бурасову. Не везет ему как-то. Как его не поставим играть, не идет что-то. Сегодня, ну, самое главное, движение, вообще не все полностью просто проиграли. То есть причины на это, то, что мы приехали с этой поездки, здесь как бы без отдыха и тренировались, и все, ребят, знали, что им будет тяжело. Ну, не такой счет мы ожидали, не такую. А так, реализация не все. В первом тайме все свои моменты, можно сказать, доиграл. Мы доиграли. То, что это лучшая молодежка в нашей зоне, согласен. Плюс они чуть-чуть постарше. Сегодня во втором тайме мы дали очень много времени поиграть. В 2001 году. Так как. Остались матчи с абаканскими саянами. По большому счету турнирного значения они не имеют. Как будете мотивировать? Тоже будем больше экспериментировать. Дадим вот. У нас мы хотим, чтобы эта команда 2000 года, 99-го, поехала на финальные соревнования. Последний юниорский финал. И больше будем даже этой команде давать поиграть. Которая вот во втором тайме играла, 99-й и 2000-й. Дадим отдохнуть, который 8-й год, 7-й год, 6-й. Будем больше, чтобы... Хотим мы поехать на финал на этот. Получится, нет у нас, не знаю. А так, что по этим... Мы помоложе еще, работать и работать. Первый год. Мы даже не ожидали в этом году, что мы так все равно удачно как бы выступим. Даже это даже не планировали, что выйдем, хотя каждый матч настраиваем. Сегодня худший матч из домашней серии, можно так сказать. Спасибо.